Значит, в нашем букете присутствуют цветы лизиантус, альстромерия. Это в основном экзотика и очень сейчас тоже популярна, в отличие от обычных роз. Также мы добавили сюда хризантему, тоже очень необычного цвета, как раз именно в тенденции этого года. Ну вот смотрите, сам букет собирается по такой теме или какой-то тенденции. Не просто, что мы вставляем цветы, куда попало, чтобы это получилась какая-то определенная композиция. Нет, флорист обязательно подбирает каждому цветку какой-то определенный цвет. Что касается бутонерки, которая вот тоже очень интересно собрана, она в основном тоже из экзотических цветов, тоже цвет марсала. Тоже идет лизиантус, так же, как и в букете присутствует, чтобы совпадалась какая-то гамма букеты и бутонерки, и орхидея. Если мужчина высокий, значит, бутонерка должна быть более крупной и более длинной. Да, я думаю, что если вот эта вот часть войдет в кармашек, то как раз бутонерка будет в форме. Хорошая бутонерка. Главное, что совпадает с размером жениха. На самом деле нам очень все понравилось, как нас и встретили, и проконсультировали по подбору букета для невесты и бутонерки жениху. Как я уже говорила, что обращайтесь к профессионалам, советую всем невестам. Действительно, профессионалы, ну, профессиональные флористы знают, как сохранить букет и подобрать цветы, цвета и все, чтобы все было сочеталось, все было здорово и красиво. Нам все понравилось, что нам предложили. Были небольшие, совсем маленькие корректировочки. Наши пожелания были учтены.